Привет, ребята, с вами Шаркс, и сегодня мы разберем патч 9.24b, последний патч в этом году. Не так много изменений нас ждет, так что давайте приступим. Первое изменение — это Алистар. Алистару решили округлить показатели и также немножко подбафнуть его пассивку. Не такой сильный пик. Все-таки Алистар на протяжении там последних 6 месяцев, после того, как Райт его поднерфили и изменение авторшока, поэтому решили они его все-таки подбафать, немножко скейл на АД увеличили, базовое АД, запас здоровья, ну и пассивку увеличили. И также увеличили хил по союзникам. Офелий, самое главное, наверное, изменение этого патча. Офелию занерфили скейл на его снайперку с 40% до 30%. И также исправили ошибку, когда Офелий использовал свое заклинание на снайперке, также он накладывал анхит эффект, такие как редбаф, если не ошибаюсь, пресс-атак. И самое главное изменение этого патча, как мне кажется, это сильно очень понерфили радиус и урон взрыва, когда он использует инферном на своем ультимейте. Следующее изменение этого патча — Эзраэль. Эзраэлю увеличили коэффициент урона от силы атаки на Q. Был 110%, стал 120%. Для чего? Потому что у Эзраэля все-таки забрали клепту у нас. Ему дали конкер. Сейчас конкер понерфили для ренжовых чемпионов. И, следовательно, у Эзраэля просто на данный момент нет хорошей руны. Поэтому я думаю, это даже у нас не последний баф Эзраэля. Думаю, баф Эзраэля еще появится. Гарен. Урон вердикта Е за вращение увеличен. Для чего Райт это делают? Признают они, что слишком сильно перенерфили Гарена. Поэтому немножко откатывают ему изменения на вердикте. Гнар. Коэффициент урона броска валуна увеличен. Базовый урон бума W увеличен на высоких уровнях умения. Тут все просто. Подбафили немножко Гнара. Также стоит отметить, еще давно, патчи 10 назад, когда Гнару резко уменьшили кулдаун на его W в мегаформе, то теперь очень часто за трейды он успевает давать ее дважды. То есть теперь в некоторых трейдах, когда, скажем так, Гнар 13 уровня и W уже замакшено, и будет базовый урон 145, а не 105, то, возможно, это вот эти вот дополнительные 80 урона за 2 прокаста могут зарешать. Грейвс. Очередной баф Грейвса. Его дэш перезарядку уменьшают с 18 секунд до 16 на первом левеле прокачки и с 14 до 12 на последнем. Потому что Грейс, скажем так, несмотря на то, что карта стала больше, пауэрфармлистики хорошие, то Грейсу все-таки не хватает какой-нибудь силы. И вот думаю, что с помощью уменьшения перезарядки как-то это повлияет. Ну, посмотрим на эти изменения. Обязательно Грейса на стриме подтестим. Химмердингер. Базовый урон хикштег микроракет уменьшен. Урон шоковой гранаты также уменьшен. Все-таки Хеймердингер является очень сильным пиком. Также нам Инокс его показывал на чемпионате мира. Бывший стрелок Unicorns of Love. Я, допустим, когда играю на нижней, ненавижу против этого пика стоять. На миду тоже за него, особенно когда играешь за лесника, никогда не хочешь ганкать Хеймера. Поэтому я рад, что его поднерфили. Микроракета, урон, базовый урон понижен на десятку на каждом уровне. И шоковая граната, скейл от умений понерфили с 75 до 60 и на 50 понерфили базовый урон на каждом уровне прокачки. Тут все просто. Также большие нерфы Шака, поэтому все Шака вантрики. Над вами я буду смеяться, потому что я всегда баню Шака в своей игре. И Эвелин. Ненавижу этих двух чемпионов. Ребята, которые в стелсе просто бегают и мою команду ганкают. Коэффициент урона отравленных заточек уменьшены, затраты маны теперь одинаковые на всех уровнях. То есть, в чем логика Riot? Шака слишком силен в лесу как АДшник, в лесу как АПшник и на саппорте как АПшник. Для этого они решили изменить ему занерфить Е, скейл от АД понерфили, скейл от АП и затраты маны увеличили. То есть теперь, особенно на начальном этапе игры, возможно, в некоторых ситуациях вам не будет хватать маны для того, чтобы добить цель. Riot также решили затронуть тему драконов, понерфить и стихийные драконы, и урон, когда вы получаете старшего дракона, и также зацепить души. Пока что они довольны, как работают драконы, особенно довольны облачным драконом, поэтому затронули всех, кроме облачного. Нерфит скейл, который вы получаете, дополнительные статы, которые вы получаете, и нерфит урон от горения при эффекте старшего дракона. Что интересно, потому что в Солоку кажется, что драконы имба, но общаясь сейчас, допустим, с профессиональными игроками и тренерами, то мне рассказывают, что мы еще скримить не начали, мне рассказывают то, что мета вокруг геральдов, то есть все стараются забрать два геральда. Интересно, потому что Солоку мы такого не видим, и если так дальше пойдет, что Солоку будут нерфить драконов, а профессиональная сцена будет играть вокруг геральдов, то очень интересно будет посмотреть, как же Riot будут балансировать игру, если мета в Солоку и на соревновательной сцене будет кардинально различаться. А следующее изменение — изменение смертоносности. Все-таки некоторым ассасинам сейчас тяжело, поэтому что Riot решили сделать? Бафнуть силу атаки зазубренного кинжала с 25 до 30.
и силу атаки Грани Ночи также поднять на 5. Из исправления ошибок список небольшой, самое важное все-таки вот Куафелия больше не будет накладывать эффекты при попадании. Также хотелось поблагодарить Riot Games, несмотря на то, что я не успел вовремя получить визу и поехать на All Stars. Мне все-таки прислали мой мерч с мероприятия, со своим никнеймом на спине. Также прислали крутую подушечку для кресла не только, Secret Lab. И целый вот такой, смотрите, какой крутой рюкзачок. Alienware. Сделан очень качественно, здоровенный. Слот есть внутри отделения и под ноутбук, и под наушники, и под клавиатуру. Все очень-очень круто. И там еще у меня лежит две кофточки, одна MasterCard и одна Merch Tour Damage. Обязательно выложу фотографии в Discord, в ВК, поэтому везде обязательно подписывайтесь. Спасибо. Также ожидайте разбор патчнотов по TFT 9.24b для вас. Это сделает наш профессионал в TFT Игорь. Поэтому ждите. Всем большое спасибо за просмотр этого патчнота и хорошего дня.